Добрый день, друзья! Совсем скоро начнется наша программа по здоровью для взрослых. Название не привлекательное, но я бы сегодня хотела рассказать подробно именно об этом курсе, именно об этой программе. Она состоит из 4 блоков. Каждый блок по 2 дня по вечерам будут идти занятия. Почему так разбито? Можно было дать всю эту программу сразу, но между блоками желательно отработка, да? И отработка это, даже ее нельзя назвать отработкой, это наработка. Наработка умения. Во-первых, первое умение – это самостоятельно погружаться в определенное состояние сознания. Познакомиться со своим внутренним миром, познакомиться со своим восприятием, научиться не засыпать. А если вы засыпаете, найти те причины, почему это происходит и зачем вам это надо, да, какие вторичные выгоды от этого есть и так далее. И дальше будет идти, это курс технический. Этот курс технический по работе с физическим телом. Он подходит для тех, кто болен сейчас и хочет поработать самостоятельно и не доверяет там кому-то, и понимает, что техники, это техники, схожие с техниками самогипноза, но немножко более глубокие, да, и более практические по работе с телом. И он же подходит также для тех, кто занимается или собирается заниматься инфодайвингом, потому что этот курс – это курс по работе с физическим телом и последний блок по работе с энергетикой. Что в него входит? Первый блок – это настройка на жизнь. Здесь будет идти как психологическая работа, так расшаривание, понимание, осознание вторичных выгод от заболевания, так знакомство с внутренним миром, с внутренними органами человека, с настройками, со струнами души и так далее, с психическими структурами. Это все входит в этот блок. Да? То есть вы будете видеть, как сознание болезни ходит по структурам и так далее. Это интересное знакомство с собой. И оно же будет иметь техническую основу. То есть мы будем давать блоками, шагами, что зачем делается для того, чтобы в дальнейшем по физике у вас был результат. Второй шаг, вот этот вот курс, первый шаг, настройка на жизнь, начнется во вторник. Да? Вторник, среда, по вечерам он будет идти. Следующий курс называется «Карма и работа с телом в техниках». Это следующий шаг. Там вы будете сами погружаться, находить кармические истории, либо у себя, либо друг у друга, разные варианты. Опять-таки, мы пойдем по внутренним органам, мы будем учиться копировать, мы будем учиться менять и так далее. То есть, опять-таки, это прикладной блок дальше, который уже от психики переходит дальше на физическое тело глубже. Третий курс называется «Молодость и здоровье онлайн». Мы пойдем еще дальше, мы будем делать настройки, которые касаются именно очищения, работы с внутренними органами, с настроечными моментами, связанными именно с омоложением. Опять-таки, если мы сможем выйти, мы будем смотреть по группе и поработать со структурами уже душа души, более высокими, со связью с душой, это все пойдет в этой же программе, да? Плюс-минус, мы будем, у нас есть программа по здоровью, и мы будем смотреть, как группа ее отрабатывает, берет, насколько четко у группы получается. А смотреть мне будут помогать Андрей Ахримук и Ирина Остапук. Это 2 инфодайвера, которые параллельно будут работать с вашими телами. Вы же все на себе будете проживать. И в то же самое время будут смотреть, куда и как далеко вы заходите, и что у вас получается. Да, то есть это достаточно серьезная такая работа с физическим телом. Это серьезная обучающая программа. И четвертый курс, он, наверное, самый завораживающий. Он называется «Тайны египетских богов». Это та часть, которую мы только однажды опробовали на наших слушателях, и она реально очень хорошо работает. Работает и на омоложение, и на здоровье, и на энергосбережение, потому что мы останавливаем распыление жизненной энергии человека. И используем в этом те знания, которые смогли расшарить, которые были взяты из источников египетских.
Очень многие думают, что они смогут попасть именно на эту программу. У меня идут запросы конкретно по ней. Но, господа, на эту программу не будет взять ни один дополнительный человек, который не пришел предыдущие три. И не потому, что мы такие плохие. Может быть, мы и плохие. А потому, что там нечего будет делать, если у вас нету навыков предыдущих трех. Это конкретные шаги. То есть вот эти вот четыре программы, они спаяны между собой. Если вы пропустили одну, то дальше двигаться не имеет смысла. Если еще что-то по физике где-то как-то наверстать можно, то уже доходя до энергетики, надо, чтобы те блоки, связанные с психикой, с душой, с физикой, с душой души, это все уже было отработано. Понимаете? Получается, что как бы программа вроде бы внешне кажется простой поначалу, но она переходит в более сложные структуры, в более сложные моменты. И уже все, что касается энергетики, это делается последним шагом. Там мы расскажем и про... Ладно, я не буду говорить, про что мы там расскажем. Смотрите египетские картинки, там много интересного, именно связано с позвоночником, с атлантом и с тазобедренными костями. И с такими золотыми штуками, и с серебряными, которые держали, почему-то такие штуки в руках держали фараоны. И зачем-то они им надо были. И чем глубже мы уходим, тем мы больше понимаем, что эти люди иногда обладали знаниями, и эти знания реально рабочие. Здесь будет мистика, которую можно будет прожить на себе и которую можно будет использовать в дальнейшем в работе. И при этом это программа по здоровью. Это программа, можете ее назвать самогипнозом, я бы так ее не называла. Это базовая программа по инфодайвингу. Это базовая техническая программа. Именно мы будем давать больше техническую часть и смотреть, как она на вас ложится. Это не столько для того, чтобы вы сами себя подкорректировали и забыли об этом. Хотя это тоже будет. Это для того, чтобы вы научились работать с другими людьми и с собой. Именно работать. Именно техническая часть. Именно обучающая программа. Программы у нас проходят редко, вы заметили. Каждая программа не чаще, чем раз в полгода, а иногда и реже. Некоторые программы у нас будут идти раз в год, потому что у нас просто нет физически времени их повторять снова. Пока есть возможность, пользуйтесь, приходите. Ждем вас на курсе, господа.